Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы в саднике Олуха. Так, восьмой день, 250 тусклого янтаря я забираю. Так, меня интересует, есть ли сегодня какие-нибудь события. Есть, это злобные вандалы. Слушай, это круто, что я удачно попал. И будет идти 4 дня 22 часа. То есть это говорит о том, что событие, скорее всего, очень долгое, длинное. Опа. Так, ну это яйцо что-то, ребят, знакомое. Вывести. Принцесса огнеедов? Отлично. Пускай выводится. Естественно, мы ее не будем, ребята, отпускать. Мы будем потом трансформировать, да? Так, что у нас там? Мало ты как-то приносишь. Ну ладно, лети. Ты как-то тоже маловато нам приносишь. Так, с этими разберемся. Сейчас по-быстренькому. А я думал, сейчас мы с тобой просто понабиваем ареновских паков. А тут у нас, видишь, как отлично получается. Так, руны. 12 штук. Окей. 12 штук, это круто. Так, шлем заодно сразу заберем. Ну что, лети давай там в приключения. Все, полетел. Так, сарделька. Прятаться в пещерах полетела. Кривоклык. Ну тут понятно, тут шестерен. А, яйцо. Ну ладно, защити гнездо. Так, и Громгильда. Осмотр острова. Все, полетело осмотреть остров. Вроде бы как. Сколько тебе там нужно? 165. Блин, костолом, подожди пока. Лети за рыбой. Я знаю, что нам нужно, ребят, прокачивать наших бойцов, так скажем. Подожди, нет. Какое приключение твое налево? Мы ищем копья, которые почему-то, как всегда, нам не хочет наш беззубик приносить. Раньше он приносил часто, а сейчас почему-то все, перестал. Так, отказываемся от этого выгодного предложения. Здесь тоже я ничего не буду делать. Металл получил. Так, этого за рыбой. Этого тоже за рыбой. А этого за древесиной. Так, здесь везде древесина. Листочек плюс тусклый янтарь. Я тебя понял. Давай дальше ищи. Ну а ты чего? Чешуйка и тоже тусклый янтарь. Так, этот нам рыбу притащил. Это тоже по рыбке. Да, тут смотрю. Так, какой там 112 уровень? Ладно, пускай летит за рыбой. Этого за древесиной. Так, этого за древесиной. Ну что, тут у нас. Давай-давай, лети. Этот получает уровень 76. Можем, в принципе, прокачать еще, да? Так, пускай летит. 83. Чего такое? Ага, не хватает. Не хватает древесины. Так, где у меня эти ребята-то на острове-то? Вот они. Ну что, ты-то будешь в конце концов прокачиваться у меня? Эть, опять, ребят, опять чуть-чуть не хватает. Как специально. И начинает свое обучение. Так, а эти где вторые? Вот они. Эть, и не хватает больше, да? И больше, к сожалению, не хватает, чтобы прокачать. Ну что, давай, наверное, пооткрываем паки. Естественно, бесплатный. Потом рекламный. Так, шторморез, чудовище, водорез. Окей. Ну, тут, понятное дело, монеты. И кревет, громыль, ужасное чудовище. Так, ну что, я понял. Все, больше здесь нам ничего не светит. Опа. И наградочку мы с тобой одну заберем. Так, 60, сейчас будет 40, 20. Ну, еще одно задание выполнить, да, какое-нибудь. И мы получим еще награду. Так, а тут загадочный пак. 6 монетудина.
Шторморез, костолом, водорез. Ну и мелочь всякая. Так, у нас пак вроде бы здесь, да, созрел. Ну-ка глянем. Шторморез, крылатый ужас, кривет, ужасное чудовище, шепот смерти, водорез, барс и вепрь. Вот так вот. Барс и вепрь, кстати, давненько нам не выпадали. И вот сейчас уже начали выпадать. Здесь вроде бы как все. Нет, не все. Вот теперь вроде бы как все. Ну что, я тогда пошел выполнять задание, что, которое связано там что-то с вандалами, да? Погнали. Так, где оно? Вот. Злобные вандалы. Да, 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 друзья. Как я и предполагал, будет очень длинное событие. Ну, поехали. Нам, как говорится, не впервой проходить, чуть длиннее проходили, хотя это самое длинное, по-моему, состоящее из трех заходок. Встречают злобные змеевики. Сколько волн? Одна. Ну, для начала, я думаю, это годится, да? Всего лишь одна волна. Естественно, начинаем с шустрых. Кривоклык добьешь? Ага, фиг там, добьешь. Не добил, ни шишарики. Так, хорош пугало тут. Нет, вы что, оборзели, что ли, совсем? Я не пойму. Давай, наверное, так сделаем. Раз, два. Здесь на отхиле. Оп. Допустим. А звуки боев, да, пропали? Понял. Но это не важно, тут главная победа. Ну и, конечно же, хотелось бы получить ресурсы. Типа рыбы, но не так мало. Не так мало, зачем вы мне 37 миллионов всего лишь даете? 50 рун, вот это уже приятно. Ребят, скоро будет 8 тысяч рун. А нам нужно 9. Да, нам нужно 9 тысяч рун для того, чтобы открыть нового наездника на драконах. Последняя волна, то есть опять одна волна, отлично. Меня вот это вот вполне устраивает. Начнем с шустрых и, пожалуй-ка, поехали. Окей, так, водорез подключается, ну, свой пузырь сейчас метнет, соответственно. Так, сейчас два злобных змеевика. Ну, по-моему, ребят, вот это вот злобный змеевик, а вот это вот сородич стального капкана, потому что... Тихо ты. Или, подожди, или у стального... У змеевика тоже есть... Нет, у него есть удар хвостом, но он не отнимает энергию. Это только доступно стальному капкану. Так что, ребят, это злобный змеевик, а то получается... А то получается этот, стальной капкан. Так, этого бомбанем. Ну что он сейчас будет здесь делать? Понятно, кого-то глушить, но уже сам понимаешь, что это бесполезно. Так как он... Ну, дуплится сейчас. Заблокировал мне гаденыш все мои возможности. Есть. Ну что, очередное колесо крутим и забираем прилив сил. Вот это да, вот это хорошо. Что такое, что вы делаете-то? Ребята, давайте, давайте без всяких этих выкрутасов. Вперед из песней. Так, после этого поединка мы с тобой заберем загадочный пак. Ну, такая вшивенькая наградка. Сколько волн, одна или две? Так, уже две волны. Звук вообще категорически, ребят, пропал полностью. Любые там, что звуки ударов, что... Да все, короче, пропало. Так, водорез выпускает свой пузырь. Это все фигня. Так, давай добьем этого хламуна. Все, и остается один водорез. Но будет бомбить сюда, естественно. Потому что ему выгодно бить по пониженной броне. Но мы тоже по пониженной броне сейчас ударим. Так, второй... Кто? А, вдвоем они здесь. Я думал, что он один. Кривоклык, ты там держись, смотри. Не падай у меня духом-то. Сейчас тебя подхиляю немножко. Отлично. Так, добиваем этого. Ну что ты там, змеевичок? Все, настал твой смертный час. Ничего ты тут уже не сделаешь.
Еще одно колесо крутанем и заберем 75 миллионов рыбы. Так, ну что, загадочный пак в карман, и я, наверное, сейчас, ребят, перезайду. Чтобы звук, в конце концов, появился. Так, ну поехали дальше, продолжаем, соответственно, сколько у нас еще одна энергия остается. Этот поединок и следующий будет последний. Так, злобный змеевик здесь один. Тем более это шустрик. Шустриков мы любим уничтожать. Так. Укус. И мой шторморез вот. Нет, все-таки барсик добивает. Ох ты, ох ты, ох ты. Смотри, как кто здесь у нас. Все сородичи. Стоит ли мне... Давай, наверное, применим. Все, минус сородич. Опа, массовую атаку. Нормально, заблокировал все возможные нам, ребята, спецудары. Погнали, так попробуем раздеребунькать его. Е! Ну что, Костолом, извиняй. Ты остался один. Последний. Так, удар, хиляемся. Укусик. Ну. Все, до свидания, я могу тебе сказать. Давай вот так вот. С выпендрежем. Закончим эту битву. Ну, как всегда, древесина, понятно. Ничего новенького. Ну что, последний поединок. То есть 1400 тусклого янтаря мы получим. Окей. Руны позволяют ускорить открытие паков. Спасибо большое. Совет они мне такой дают. Так, ладно. Сородич, не выпендривайся здесь. Так, надо будет еще посмотреть, сколько. Мне кажется, здесь три заходки надо будет. Вот сегодня первая, завтра, например, будет вторая, послезавтра третья. Опа. Стражники. Так, стражнички. Естественно, смотри, какой интересный громобой. Или я уже просто давно его не видел. Нет, тут какой-то шипастый. Это необычный громобой. Это какой-то суперский. Ну что, сейчас будет разбег, да? Естественно. И досталось моему кривоклыку. Ну, кривоклык-то ладно. Парень не из робких, так сказать. Выстоит. Но то, что у него пониженная броня, это, конечно, не очень хорошо. Да ладно. На тогда тебе. Фига он бомбанул. Половину, даже больше половины здоровья сразу вниз. Но кривоклык, добивай его. Вот и все. Опять рыбы чуть-чуть выдали нам. Я, честно говоря, думал, что нам дадут побольше ресурсов. И мы сможем кого-то отправить за железо. Кстати, железо 653. Кто же у нас там собирался прокачиваться? Я еще говорил, блин, дофига железа нужно. Так, смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, грубо говоря, да, ребят, две заходки еще нужно будет здесь сделать. Забираем с тобой пак загадочный. Шепот смерти, ужасный чудовище, кревет. А это кто у нас тут? Водорез. Разместить его в ангаре. Пускай там сидит. Так, а вот это вот мы можем убрать? Опа. Два дня будет убираться. Ищейка, вот, ребята, ищейку мы с вами как раз и не то что ищем, а копим на него, чтобы прокачать. Блин, кто же у меня там собирался?
Так, ну здесь 112 уровень, это понятно. 112, 106. Вот. Так, возвращайся, парень. А, блин, фиг ты, возвращайся. Не хватает же. Не хватает. А я могу купить? Да вряд ли я, конечно, могу купить здесь. Два пока просто отсутствует. На древесину и на рыбу. Ну да, в принципе, я больше здесь ничего не смогу сделать. Единственное, что да, давай-ка мы набьем, наверное, с тобой два пака. Раз местечко есть, почему бы и не набить? Я же тебе говорил, что там громобой какой-нибудь интересный был. Светлый какой-то, весь в шипах. Вот у нас стандартный громобой, вот так вот он выглядит. А там какой-то, блин, вообще весь в шипах, рогатый весь был. Новенький. Надо было, конечно, вот этим пристеголовым заняться, потому что он у нас фаербольщик, причем лютый. Я думаю, выдержим. Ох! Хорош, от барсика уже почти ничего не осталось, ребят. Одни ножки-дорожки. Это сейчас охламон, понятное дело, добьет. Плюс массовая атака, скорее всего. Нет, решил так. Тогда не хватает ему для разбега. Отлично. Сделаем укусик. Сделаем понижение брони. Сейчас будет разбег со стороны. Так, друзья, ну что, вылетела у меня игра прямо во время боя, поэтому придется заново все делать. Ну что, поехали. И причем вылетела, я не мог зайти. Ребят, просто не мог зайти. Мне пришлось устанавливать игру на другой эмулятор. Блин, это где-то час я провозюкался. Ладно. Слава богу, зашли, слава богу, у нас записи остались, так что все нормально. Опа, по барсику, ребят, бомбят. Это, кстати, не очень хорошо, по барсику. Так, лаварык. Ничего страшного. Блин. Что же нам сделать? Блин, по идее, этого надо... Как-то, я не знаю. Я все-таки добью. А это будет фаербол. Сейчас уничтожит барсика. Ну да. Так и вышло. Ну что, тогда мы уничтожим, наверное, его. Лаварик нам пока не помеха. Слушай, сейчас что-то будет. Ух, фаерболы полетят сейчас. Зашибись. Ладно, мы выжили. И это уже плюс. Так, ну а лаварик, ну что он сделает? Да ничего, он будет потихоньку ковыряться, да и все. Мы его задебафим, это в первую очередь. Так, укус. И, в принципе, ну, конечно, конечно же, он вешает на себя защиту. Но она ему не помогла. Ну что, очередной поединок. И... Так, барсик плюс пристеголовый. Ну и, конечно же, костолом. Сейчас попробую. Отлично. Вообще шикарно. Так, ну что, наверное, уничтожить нам придется барсика вражеского. Потом уже заниматься костоловым. Вот так вот я решил. Барсика, наверное, сейчас завалит. У него пониженная броня. Ну и плюс то, что он был оглушен. Так, поехали. Давай, наверное, так укусиков его уничтожим. Этот сейчас будет, наверное, делать разбег. Хотя нет, ничего он уже не будет делать. Под слепотой он нам не страшен. А вот ему, конечно, не поздоровится сейчас. Так, давай кусаем. Ну что ты будешь делать? Да ничего. Слепой как крот. И добиваем. Ну что же, у нас очередной поединок. Я надеюсь, это последний у нас будет. Окей. Так, ну что, наверное, с него как раз и начнем. Потому что он у нас шустрый. Мы как раз таких очень быстро уничтожаем. Так, пробить. Ах ты, чуть-чуть не хватило нам добить его.
вот это жестко. Всем отменил, да, способности. Так, ты промахнулся, отлично. Блин, ничего не могу сделать. Куда ты? По Барсику даже попасть не смог. Хе-хе-хе. А вот этот гаденыш сейчас что-то сделает. 4 энергии. Удар хвостом. Блин, сейчас уничтожит кого-то. На самом деле я не ожидал, что это будет, конечно же, мой шторморез. Ну что же, тогда придется вот так делать. Старый, как говорится, наш трюк. Так, разбегается. Промахивается. Ну, а мы сейчас будем его бомбить потихоньку. Слушай, наверное, надо было, блин, слепоту на него бросить. Что-то я не подумал. Сейчас будет разбег. Возможно, кого-то сейчас уничтожит. Это, наверное, будет Барсик, да? А у него ничего не вышло. Тогда до свидания. Ну что, друзья, как вы видите, нам выпало 2 обычных пака и пак вождя. Шторморез, Кревет, Громобой защитник, Кривоклык. Ну вот, в принципе, и все. Так, сезонный абонемент. Давай-ка заберем еще одну награду. Ну-ка посмотрим. Это у нас, понятно, драконьи коряги. И всего у меня 1650. Но это, конечно, мало. Очень мало. Так, я что-то не понял. Эти уже у нас вернулись, оказывается. Так, что ты нам принесешь? Тусклый янтарь. Отступление. Бесплатно. Так, и Громгильда у нас уже тут как тут. Что-то нам дашь? 9 рун. Нормально, забияка и задирака. Пускай идет выполнять. Этот через 16 минут вернется, да? Так, ну что, у нас мало-мало всего, ребята. Мало рыбы, мало древесины. То есть я, соответственно, никого никуда не смогу отправить. Ни на какую, как говорится, ни на прокачку. Никуда. Ну что же, ладно. Тогда я на этом буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.